Приветствую всех, друзья мои, на моем канале. Миюша, иди на работу, иди, иди. Она тут уже вся изошлась, а тут я туда-сюда хожу от камеры к столу, она все ходит, ходит. Мы с вами ненадолго были, прощались, опять мы с вами встречаемся, да? Что вот это вот у нас тут, распаковка за распаковкой. Еле доперла эту посылку, но она не тяжелая, она просто громоздкий ящик. Но мне нужен ящик такой побольше, а то все приходили в маленьких, а мне нужен ящик, и за ящика пришлось мне нести прям в коробке. Так бы я переклала в этот. Фух, жарко, как на улице. Мышка просилась со мной, просилась. Я говорю, нет, я сама по-быстренькому съезжу, получу. Прямо в обед, в самый солнцепек. Я в 2 часа выехала из дома. Ой, ну тут бумаги, конечно, целая куча. Ого, ого. Немного товара, тут всего чуть-чуть, бадиков чуть-чуть вообще, вот тут вот капельку. Так, я прошу прощения за черные руки, я просто там шла и, как всегда, шелковица и стала, поела шелковица. Рот отмыла, руки мыла-мыла, они черные еще. Ну, это этот же Иммуна 4, я уже про него рассказывать не буду, уже 350 раз рассказано, и не только мной, это комплекс витаминов, минералов для иммунитета, и здесь и хром, ой, и здесь и цинк, и селен, и витамин D, и витамин С, в общем, хорошая штука, по пробной цене, замечательно. Акция была на Солары, я взяла масло орегано. Я уже брала такое масло, это хорошее противовоспалительное средство широчайшего просто спектра действия. Не, чуть это меня лизит, не надо меня лизать. Ой, я буду немножко попивать водичку, потому что очень много работы. Только пришла и сразу снимаю распаковку, пока не переодевалась. Думаю, сниму, а потом уже буду работать. Да, будем работать. У нас просто стали отключать свет с 9, ну, вообще до 5 должны, но они так до 3, слава богу, в будние дни. Сегодня суббота, сегодня не выключают, вот поэтому куча собралась работы, та, которая, ну, в будние дни не можешь делать, потому что света нет. Вот. Вернемся к маслу. Мия, ну не лысь ко мне руки. Ну что ты, соскучился, ребенок. Тут маму не видел 2 часа. Все, соскучилась, да. Не лежи мне рот, Мия. Вот. И при простудных заболеваниях. И я знаю, и антипаразитарка, и антигрибковые. Ну, в общем, отравление, ну, от всего оно, в общем, хорошее масло. Я его уже принимала, одну баночку такую выпила, и была акция, взяла в аптечку. Срок годности у него хороший, до 24-го года, до августа месяца, поэтому пусть постоит. Ага. Так, вот, в принципе, 3 БАДа, вот еще какое-то новое, гинкоба, это гинкобилоба, я, там, в общем, цена такая, она и так невысокая цена на нее, еще была и спеццена, и вообще что-то до 5 долларов, 4 с чем-то долларов, то есть вышло, здесь аж 90 таблеток, вот, и я читала там отзывы. Вот так оно выглядит, я так полагаю, таблеточки здесь. Здесь таблеточки, здесь не капсулы. И такие небольшие, видно, таблеточки. Вот. Читала отзывы, пишут люди, что вообще ничем не отличается от более дорогой гинкобилобы. Но я принимала фитосомы от Natural Factors. Поэтому фитосомы, они чуть-чуть другие, у них форма более усвояемая. Вот. Но, тем не менее, за такие деньги, почему бы не попробовать еще вот такое средство. То есть я попробую, потом расскажу. Но это я уже буду по осени принимать.
Вот. Для профилактики от мигрени, для лучшего кровообращения головного мозга. У меня лично для этого, то есть вот это вот спектр у меня. Вот. И давно смотрела я на вот этот чай Вахдам. Ну, чуть ли не Вандам, короче. Вот. Он по спеццене, до сих пор сейчас по спеццене. А тогда еще налаживалась скидка какая-то на него, еще. То есть я его купила за $7. То есть вообще, ну, 200 с чем-то гривен. Вот. Это Дарджилинг, летний чай. Если честно, я, может быть, и пила этот Дарджилинг, но я не знала, что это Дарджилинг. И мне так стало любопытно, ну уже думаю, уже какие только чаи я не пробовала. Думаю, ну надо же, и тем более там отзывы такие, она такая, ну реально, вот упаковка очень красивая, очень. Она прям дорогая, очень красивая даже сама коробка, картон очень недешевый, тисненный, с позолотой. Вот на подарок просто шикарно. Вы посмотрите, какое исполнение красивое вообще, просто. И цвет вообще мой любимый. Посмотрите. Это на подарок вообще просто. Гляньте, какая жестяная коробочка. Она здесь. Это чист. У меня вот чистого чая у меня нет. Вот там, чтобы чисто зеленый, чисто черный. У меня все какие-то смеси. Либо травяные. Много чаев у меня без кофеина. Или если есть какой-то зеленый или черный, то он со смесью, с какой-то там фруктовой. Вот так вот, еще вот такая вот брошюрочка. Нет, просто какая-то памятка. Я думала, тут может быть чаи их не. Так, ну давайте ж посмотрим. О, какой он красивый. Так, сейчас я вот так, чтобы если рассыпался, то на чашечку. Как-то мне, не знаю, фокусируется, не фокусируется, но я стараюсь. Мия, это не еда, ну что ты? Ну понюхай, понюхай. Скажи, зачем меня сюда взяли? Зачем взяли? Ой, ну запах очень классный. Вот прямо сейчас заварю, и как всегда, девчонки, я вам вот здесь вот ставлю картиночку в чайничке, буду наливать и напишу там, вкусно или нет. Но слюнки у меня уже потекли. У меня вообще, я как не снимаю видео, так у меня от всего слюнки текут. Вот. Ну, очень красивая упаковка. Мне цвет еще коробочки нравится. Там еще в зелененькой есть, желтенькой. В общем, качественный чай пишут все. Все, тут опять эта брошюрка. И вот он, гость программы. Ой, сейчас я вытащу, сейчас, Мия. Сейчас. О, вот такая вот банка протеина. О, там была, короче, акция. Спеццена была на этот протеин. Он по спеццене. Вот эта банка была 48%, почти 50% скидки. Здесь 2 килограмма 270 граммов. Это шоколад и арахисовое масло. Опять слюнка потекла. Ну что ты будешь делать? Ой, вот это радость. Я же начала тренировки. И мне надо теперь протеин. И еще, вы знаете, сейчас такая жара, и мне так не хочется есть. А еще, знаете, я что, рецепты теперь готовлю. Их же надо готовить. И, соответственно, их же надо есть. У меня в холодильнике чего только нету. И чуть-чуть того осталось, чуть-чуть какой-то запеканки, чуть-чуть азиатской кухни, чуть-чуть того, чуть-чуть мяска, чуть-чуть салатика. В общем, все остается. Вот. И, а его есть не хочется вообще. Тут еще пишут, что очень удобный
мерная ложка, которая можно вот сюда вот вставлять в крышечку, что не вылавливать, вот там действительно бесит иногда, вот там как, особенно когда маленький вот этот дозатор, ложечка с маленькой ручечкой, вот оно туда вечно падает, как начинаешь вот это, а выложить его где-то, ну оно как-то тоже неэстетично лежит. Ложечки от того, ложечки от коллагена, от рибозы, от глютамина, от того, от всего. В общем, короче, куча ложечек тоже не очень хорошо. Ой, как он пахнет. В общем, это премиальное качество. Это очень, очень хорошая торговая марка Olmax, да, я же брала от него тоже, и очень хорошее качество, высокое качество протеина. Так, пахнет, сейчас только теперь надо эту ложку найти разочек. Ну, в общем, короче, где-то там она есть, эта ложка. Не, пошли за ложкой, пойдем. Ой, сейчас. Так, сейчас, в общем, целая банка, о, нашла, короче, я же еще поделюсь, сыночек у меня же есть, тоже спортсмен, о, вот она, как-то он называется скуп, правильно. Ложечка. Ой, он такой красивый. Вон, гляньте какой. Видите? Класс. И его как-то вот тут. Ну, в общем, я не знаю, как его сюда. А, он просто все. Вот, он просто кладется вот так. Вот. Вот сюда вот так кладется на горлышко, и он туда не проваливается. Вот оно как, Семен Семенович. Так, а ну сейчас я попробую. Ой. Вкусно. Ай, Мика тут стоит уже. Собакам протеин не надо. И облизывается. Она уже просто слово вкусно знает. Вкусно, и все. Она тут... Ну, ты сейчас это, Мия, скатерть стянешь. Дражню собаку, короче. Вот такая вот маленькая большая посылочка получилась. Короче, ой, вот так. Я очень довольна. Я купила тот вкус, который был с самой большой скидкой. Там, ну, там все были большие скидки. Там было 42%, 45%, вот этот 48%. Я сначала взяла сливки и печенье, по-моему. Как-то так называется. Но он чуть дороже. Вот. Ну, я порылась и нашла этот. Думаю, этот тоже вкусный. В общем, короче, я очень довольна. В общем, из-за него, ну, пришлось, ну, и тот же брать уже. Но там у меня были бонусы немножко, поэтому мне вот эта посылка обошлась в $39. Все, в общем. Так что я очень довольна. Вот. Все, на этом мы будем заканчивать. Мы хотим напомнить вам, чтобы вы купили билетик, пожалуйста, на просмотр. Не забудьте заплатить за просмотр, поставить нам лайк, написать комментарий. Вот. А кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. У нас здесь интересно и весело. И мы всегда в хорошем настроении. Правда, Миюш? Все, всем пока. Всех обнимаем. До скорых встреч. Пошли. Песеньку пошли дам. Пойдем, песенья дам. Пошли. А, Мия, я тебе косточки купила. Мия, я забыла. На, косточку. Иди скорей. Иди. Иди, мама даст косточку. Вот.
И собачонку тоже дали. А то она уже те косточки все погрызла. Все, побежала в свою конуру. Ну все, пока.